друзья. Сейчас вот получил посылочку из Китая. Предположительно, в ней должен находиться маленький мини настольный мини-штатив для телефона. Сейчас мы ее будем распаковывать и посмотрим, как он здесь к нам пришел, какой тот ли цвет или не тот. Так, открываем посылочку. А возможно, здесь что-то у нас другое. Так, запакован у нас. Так, это убираем. Так, запакован, замотан с обоих сторон скотчем. Да, видно маленький. Заказывал цвет черный. Так, вот он есть. Ух ты! Он вообще маленький. Вообще миниатюрный. Он еще, правда, раскладывается по весу. Вообще такая вот. Кстати, положил телефон, чтобы протестировать. Но, конечно же, я его буду использовать не на этом телефоне. И брал его я вот для экшн-камеры и для другого телефона. Но это у нас как, чтобы наглядно показать. С виду довольно-таки неплохой. Очень-очень легкий. Вот у меня ладонь. А сейчас давайте я распечатаю, покажу. И он вообще крохотный. Я думал, он будет немножко поболее, конечно. Покупал на AliExpress. Стоимость его доллар с чем-то. Доллар 72 цента, если не ошибаюсь. Запах такого ядовитого Китая. Тут эта вещь вообще с пакета. Просто ужас. Так, это убираем в сторону. Было заявлено, что вот это вот маленькое крепление можно вставить в телефон, и он у нас разлетелся. Только мы растянули его, и он у нас уже поломался. Сейчас что-то отлетело куда-то, я его сейчас найду и дальше продолжим. Сейчас нажму на паузу. Итак, друзья, нашел я эту маленькую деталь, которая отлетела с крепления. Вот так вот она выглядит. Она пластиковая. И получается, она выскочила вот отсюда вот одна, а вот вторая. Получается, идет. И она должна быть здесь вкручена. Сейчас попробуем его вкрутить. Возможно, она была просто плохо прикручена и слетела резьба, либо вообще как-то каким-то образом не прикручена и слетела. Возможно, это какой-то вот брак. Вот видите, она. Здесь пружинка, которая выскакивает. Вот она. И она должна это все дело фиксировать. Сейчас попытаемся это дело вкрутить. Получится, не получится, но уже неприятный. Момент остается то, что ты еще не успел товаром попользоваться, только распаковал посылку, а уже какой-то косяк, какой-то брак присутствует. Сейчас по максимуму затянем. И вторую, которая у нас не соскочила, но в целях укрепления тоже затянем. Так, она тоже была очень плохо затянута. Потуже ее затянем. И будем дальше тестировать наш мини-штатив. Так, ну, затянул. Сейчас посмотрим. Так, теперь я уже буду аккуратнее придерживать, чтобы они не повылетали. Так, натягиваем. Вот. Натягивается вроде бы нормально. Вот. Ну, работает вроде бы нормально. Вроде бы держит. Ну, конечно, если ты поставишь сюда какую-то дорогую экшн-камеру, и это во время, когда съемки, и будешь держать ее в руках, идти, допустим, по улице и снимать, а, ну, просто так вот держать, допустим, штатив, да, то есть и будешь идти снимать, и в это время вылетит крепление, камера упадет, я думаю, это будет не очень приятно. А если еще камера вообще разобьется и повредится, то это будет вообще печально. Так. Здесь вроде бы все нормально.
фиксируют. Было заявлено, что сюда можно поместить телефон, по-моему, 5,5 диагональю, то есть он растягивается до этого момента. Я буду тестировать на своей старой Nokia. Сейчас давайте, кстати, заодно ее поставим сюда. Оп. Да. Держит и довольно-таки неплохо, хорошо держит. Плюс у меня еще резиновый чехол. Так, переходим непосредственно к самому штативу. Он очень легкий. Очень-очень. То есть вообще даже не особо чувствуется в руке, что это металл. Ну, это металл, это не пластик. Это алюминий. Предположим, ну да, это алюминий. Вот. И вот так вот он раздвигается. Да, раздвигается. Так. И вот. Мы его раздвинули. Голова крутится. Ноги ровно. Здесь. А это у нас... Ага, вот. Для вот этой вот головы. На которую крепится вот так вот. Сейчас мы это прикрепим. Так, затянем потуже. Зафиксируем. Закрутили. Понимаю, это нужно еще сильнее тоже фиксировать. Вот так вот. Не знаю, будет ли он устойчиво стоять. Да, вроде бы устойчиво. Вот такой вот, если нужно нагнуть. Да, в принципе, нагинается неплохо. Устойчиво. Правда, сделано. Как бы под левшу. А нет, можно перекрутить. Не проблема. Выглядит это вот так вот. Ну, телефон этот где-то грамм около 200. Но я думаю, грамм 300-400, чтобы он стоял устойчиво. Да даже большую, допустим, обычную мыльницу камеру на него можно поставить и вот так вот снимать со стола. Вот так вот это будет выглядеть. Довольно-таки неплохо. Так это. Оп. Смотрится. За его цену $1.72, по-моему, цента. Ну, довольно-таки неплохая вещь. Тем более, кто снимает, кто делает обзоры, кто занимается съемками, журналистикой. Поставил на стол и снимаешь. Ссылка, соответственно, на данный штативчик, мини-штативчик будет под видео. Кому нужна эта вещь, переходите по ссылочке, покупайте. Пришла посылка, кстати, довольно-таки быстро. Точно сейчас не помню, но 20-21 день это точно. То есть, ну, 3 недели. Спасибо за просмотр. Ставим лайки. Пока-пока.